165 малышей от 7 месяцев до 1,5 лет. Чемпионат ползунков завершился в Вологде. В этом году на 4-х по счету состязаниях рекордное количество участников. Задача – преодолеть определенную дистанцию как можно быстрее. Только вот в роли спринтеров – малыши. Без хитрости здесь не обойтись. Кто-то из маленьких спортсменов ползет за игрушкой, кто-то за телефоном или фотоаппаратом. Правило только одно – не помогать участникам. Самое сложное обычно для родителей – не трогать ребенка руками. Потому что нам же хочется всегда им помочь, да, помочь двигаться вперед. А здесь это очень важно, не трогать руками, чтобы ребенок сам преодолел эту дистанцию. Победителей определили в 8 возрастных группах. В этом году было вручено огромное количество подарков, ведь соревнования в Вологде поддержали несколько крупных федеральных компаний. Алена Закатаева, Вологда Портал.